15 июля вся страна отмечает праздник врачей, которые стоят на страже женского здоровья. Гинекология – это одна из самых востребованных профессий во всем мире. По словам героини нашего сюжета, врача-акушера-гинеколога высшей категории Каспийской центральной городской больницы Заремы Касумовой, она выбрала этот путь из-за желания помогать женщинам, так как она знает, какие трудности они проживают и как часто у них возникают проблемы с женским здоровьем. Именно женское здоровье отвечает за репродуктивную функцию. Вообще за, можно сказать, существование человечества. Ну, это, может, пафосно сказано, но действительно так оно и есть, потому что от здоровья девочек, женщин зависит именно здоровье нации. Но, как и в любой профессии, человек сталкивается с определенными трудностями. Так гинеколог рассказывает, как часто ей приходится проводить лекции «Дни открытых дверей» с женщинами, чтобы они понимали, как важно следить за своим здоровьем, в особенности при беременности. Ведь зачастую халатность матерей играет большую роль в развитии малыша. В первую очередь надо думать о беременности, о плоде, которая находится у женщины, ну, в организме. Очень часто бывает, что женщина вообще не обращает внимания на свое здоровье при наличии экстрагенитальной патологии, то есть болезней, не связанных с именно женскими органами. Это когда женщина страдает тяжелой сердечно-сосудистой патологией, допустим, заболеваниями легких, например, астма, хроническая сердечная недостаточность, допустим, там компенсированные формы, не декомпенсации. Женская консультация Каспийская ежегодно проводит сам Просвет работу, где будущим мамам рассказывают о беременности и устанавливают сроки, когда им желательно обратиться в консультацию и обследоваться. Женщина должна заблаговременно готовиться к беременности, потому что это очень ответственный этап. Беременность – это период зачатия и развития человека, как бы, да, вот. И вот период беременности, если, ну, в зависимости от того, с какими осложнениями и как протекает беременность, зависит будущее здоровье человека, будь то мужчина или женщина. Еще одна из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются врачи-гинекологи, это отказ родителей и детей проходить ежегодный осмотр, который проводится в детских садах и школах. Но к этому вопросу врачи относятся с пониманием и пытаются пойти навстречу, а именно провести обследование индивидуально. Кто отказывается, их отдельно заносить в список. И приглашать уже можно, допустим, вне, по субботам мы просто проходим, дежурим, допустим, вне такие вот активные такие дни посещений. Неактивные дни посещения, это вот по субботам, допустим, приглашать отдельно мать с ребенком и уже как бы более такой индивидуальной форме их принимать. Ко дню гинеколога врач-акушерка Каспийской центральной городской больницы Зарема Касумова обратилась ко всем своим коллегам с наилучшими пожеланиями. Я поздравляю всех акушер-гинекологов, желаю им успехов в этом нелегком поприще и здоровья в семьях всех акушер-гинекологов и вообще всех женщин, здоровья, любви, счастья и всех благ.